Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете помощь по любому интересующему вас вопросу. И мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что вам сорока на хвосте принесет. Какие-то скрытые известия. Либо о том, что за вами кто-то следит, вы заметите, вполне возможно. Вот. Либо какие-то реальные известия, которые были скрыты от вас. Посмотрим подробнее. Да, скрыто, вот за вашей спиной, может быть, сплетни какие-то, или кто-то что-то обсуждает, да, но вы об этом не знаете. И вот сорока на хвосте вам принесет как раз-таки какую-то информацию о мужчине, который что-то говорит за вашей спиной. Это может быть ваш мужчина, это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, такой чувственный, обаятельный, очаровательный, жизнелюбивый, заботливый. Вот, посмотрим, что же это за новости такие будут. Смотрите, новости очень хорошие о том, что этот мужчина хочет проявить инициативу или тайно проявляет инициативу в отношении вас, а конкретно следит, смотрит, да, то есть, по-другому иначе говоря, прощупывает почву, да, можно ли как-то к вам подобраться поближе. Вот. Еще что? Страхи у него, потому что, девочки, то есть он боится напрямую проявить инициативу, поэтому очень аккуратно ищет к вам подход. Причем независимо от того, в паре вы, в браке, да, все равно, вот я, может быть, это ваш мужчина ищет к вам какой-то подход и что-то для себя, да, может быть, следит, потому что ревнует. Или, скорее всего, учитывая, что у него есть страхи, не уверен в себе, поэтому, может быть, и следит для того, чтобы вот эту самую уверенность как-то получить. То есть, потому что у него есть, видимо, какие-то подозрения.